про других бизнесменов. Лондон же это такая маленькая столица российских бизнесменов, уезжавших в разное время, и столица, в общем, вывезенных капиталов. Ты здесь общался после начала войны вообще с людьми? Ну, я и год вообще старался ни с кем не общаться. Почему? И вот первый раз большой русский тестинг был где-то через год после начала. Может быть, через 11 месяцев. Потому что на фразу «все не так однозначно», а что там, украинцы что, не расстреливают? Но я мог их угдать просто. И зачем себя расходовать и еще быть арестованным за это? За драку в Лондоне? За драку в Лондоне. Поэтому я общался просто, старался просто ни с кем избегать любого общения на родном языке здесь. А много было людей, которые неоднозначно вот так говорили? Как в первое время было много, и я же говорю, я старался просто вообще никак не погружаться в дела диаспоры. А через год какое-то пришло успокоение или у них переоценка? У них переоценка. Ну, конечно. Когда с трудом отстояли свои счета, статусы и прочее, выдохнули. Конечно, даже у тех, у кого георгиевская лента была раньше, сейчас абсолютно... Как поет Ваня Алексеев, соответственно, Noise MC, когда все кончится, ты будешь молчать и делать вид, будто был ни при чем. Вот. Здесь понятно, что... То есть то, как россияне, которые за свободу и против войны ведут себя в России, также россияне, которые втайне поддрачивают на Путина и хотят величия, они также ведут себя здесь просто тихо, молча. А, то есть здесь это просто нет, такой здесь же это отпечаток. Не Германия, здесь нет никаких пробегов с флагами и с медведями. Не Австралия и не Кипр, где есть казачья столица там, Австралии, где упоротые пивом такие толстопузые люди орут, как они поддерживают Путина всего за 5000 километров от линии соприкосновения. Ты, когда говоришь про георгиевскую ленточку и щита, это метафора? Или нет, есть они реально здесь катались. Такие реальные... Да, они катались с медведями, с портретами Путина, с золотыми этими... Господи, гербами и так далее. Кстати, у гербов в российском посольстве кто-то оторвал державы. Все гербы без... Есть скипетр, есть держава. А, вот это. Да. Вот. Есть как бы, ну, страна и власть, да? Вот, вот то, что страна, оторвали. Интересно, с какой целью? Я думаю, что в период, первое время, когда было очень много рассерженных украинцев, я думаю, что это тогда произошло. Но в целом я считаю, что герб с потерей державы, двуглавый орел с потерей державы, это очень символично, и это могло бы войти в историю аукционизма, если бы это кто-то... Кто-то Freud mistake. Вот. Потому что сейчас мы делаем акционизм, как раз аукцион, да.